И желаем, как прежде всего, счастья, здоровья в новом году, чтобы правила наши водители не нарушали, соблюдали правила дорожного движения. Вот. Ну и удачи на дорогах. Вот. А вы можете вот так вот посохом махнуть, и чтобы у всех новогоднее настроение было наколдовать нам? Раз, два, три. Спасибо. С Новым годом. Вас тоже. Новогодний заряд бодрости сегодня получали испуганные сотрудниками ГИБДД водители возле площади Молодежи. Вместо привычного «Ваши документы, вы превысили скорость», участники дорожного движения получали письма от Деда Мороза с поздравлениями. Памятки о том, как безопасно провести новогодние каникулы, и светоотражающие элементы для того, чтобы быть заметными в темное время суток. При виде сказочного патруля сдержать улыбку было невозможно. Здравствуйте! С наступающими вас праздниками! У нас сегодня необычный рейд проводится. Вроде с одной стороны проверка, с другой стороны скоро наступает Новый год. Да, поэтому мы решили, вот Дед Мороз, Снегурочка, прийти к вам вот сюда на площадь Молодежи и всех участников дорожного движения поздравить с наступающим Новым годом. Сотрудники ГАИ дарим вот такие вам листовочки. Сейчас, вот смотрите, это памятка родителям. Так, внуку вашему дарим вот такие светоотражающие элементы, если он маленький, можно на коляску, можно потом на курточку, на комбинезончик, это можно прям пришить или повесить в брелоке. Вот, вам, вы как являетесь участником дорожного движения, вот такой браслет, здесь у нас логотип Раменского ГАИ, Раменской администрации, и вот внизу ссылочка на сайт нашей работы ВКонтакте, можете интересоваться. Что бы вы хотели пожелать всем жителям Раменского района в преддверии Нового года? Здоровья, хороших работ, хороших зарплат. Ну и счастья в новом году. Ну и правила дорожного движения, конечно же, соблюдаете. Да, да. В предновогодней акции приняла участие Снегурочка из Комитета по делам несовершеннолетних Раменского района. Дорогая Снегурочка, что бы вы хотели пожелать участникам дорожного движения? И в первую очередь, наверное, детям, да, которые тоже дорогу переходят. Хотелось бы, чтобы все те истории, которые происходят, как нам всегда кажется, произойдут не с нами. Вот чтобы на самом деле это исполнялось, чтобы каждый из них в первую очередь соблюдал правила, конечно же, оставался здоровым, счастливым, законопослушным гражданином. Как вам сегодняшняя акция, необычная? Да, мне очень понравилось. А что бы хотели пожелать всем участникам дорожного движения и всем жителям? Чтобы были внимательны на дорогах, переходили в положенном месте. А вы своей дочке объясняете, как надо переходить дорогу? Да. Объясняю. Не остались без внимания полицейского Деда Мороза и пешеходы, особенно дети. Сотрудники ГИБДД, вручая подарки, подробно разъясняли правила безопасного поведения на улице и проезжей части. А ты всегда стараешься соблюдать правила дорожного движения? Да. И мама вас всегда, смотрю, сейчас переводит по пешеходному переходу, как положено. Не забывайте про это залог вашей безопасности и вашего здоровья. Смотри, какой мы тебе мешочек хотим подарить, специально подготовили для тебя. Вот смотри, здесь Раменская ГАИ, наша машинка. Здесь администрация комитета по делам молодежи. Вот так будешь его, смотри, можно достать даже? Давайте. Давайте достанем. И Ксюша может на плечи его уже повесить, да, этот мешочек сразу? Смотри, какой. Вон какой, как рюкзачок. Я, прежде всего, говорю, чтобы она смотрела по сторонам. Налево, направо, есть ли машинки, нету ли машинок, и только потом переходим дорогу. Вот, ну и повнимательней. Сегодня такая необычная акция, какое у вас впечатление? Ну, море эмоций, конечно, приятно. Подарки – это всегда приятно. А водители всегда вас пропускают на пешеходном переходе? Ну, вот вы сейчас, наверное, могли заметить, да, когда мы уже половину пешеходного перехода прошли, и водитель решил проскочить. То ну есть, давайте, что пожелаем водителям? Ну, я сама водитель, я хочу пожелать, конечно, внимательности, потому что дети бывают не всегда обращают внимание, там не смотрят по сторонам, вот, и взаимного уважения. А всем жителям? И пешеходам, ну и как бы и к водителям. Вот, ну, в наступающем в новом году хочу пожелать здоровья, счастья, благополучия, стабильности, успехов, исполнения желаний. Дети получили светоотражающие браслеты и много радости от встречи с Дедом Морозом, который пообещал выполнить любые, даже самые невероятные пожелания. Бамблби? Ну, будет, значит, тебе бамблби. Екатерина Алфимова, Сергей Григорьев, Андрей Милентьев, полицейский Дед Мороз и милая Снегурочка для программы «Городские вести».